Братья, мы хотим напомнить вам, что Священное Писание говорит, что все люди согрешили, лишены славы Божьей. И столько всякого греха лежит в граждане Богдан. Сегодня грешный человек говорит так, что хочу твою моя жизнь, мои правила. Тем самым человек воюет против Бога. Но Бог желает спасти человека. Поэтому он должен. Еще, дорогие друзья, не переживайте, нам ничего ни от кого не надо, мы сами делимся, когда считаем неправдоносным. Почему мы хотим сказать об Иисусе Христе? Ну, я никогда не думал, что я буду говорить о Боге. Когда я с оружием в руках вышибал чужие деньги, жил по животным принципам этого мира, я был атеист, я не думал о Боге. Но последнее слово, в Одесской комиссии без оружия, из любопытства я начал читать такую книжечку. Знаете, с виду маленькая книжечка, а в ней так много сказано. Это Евангелие Иисуса Христа, это Новый Завет, который могут появиться дома от Христова. Снимите, снуйте книгу, откройте, почитайте, что Бог говорит со страниц Священного Писания. Так вот, сердце Библии, это Иисус Христос, Сын Божий, распятый и воскресший. Ибо так возлюбил Бог нас, людей, вот так Бог полюбив свет, что отдав Сына Своего однородженного, чтобы каждый верующий в Него, во Христа, не загинув, але мав життя вечное. Вечную жизнь дарит Бог верующим во Христа.